я понял, что мало того, что нужно свет выставить, нужно еще и модель усадить, поставить, добиться нужного поворота головы, нужного направления взгляда, чтобы глаза открылись, чтобы их было видно, лицо было объемное. Вот в том случае, когда она смотрела модель у нас в ту сторону, да, лосковат свет был. Вот, немного поменяли. И, в общем, все правильно оказалось в конечном итоге. Ну, сегодняшняя наша тема занятия была студийная съемка. Я не первый раз знакомлюсь с ней, но такой практики у меня еще не было. Когда мне нужно было самой снимать, ставить свет, я не знала немножечко, что меня ждет, я переживала. Вот, еще и модель мне мужчина достался. Даже не представляла, что в фотоаппарате есть столько настроек, и что это не просто так нажать кнопку. Регулируя эти настройки, именно и получаешь тот кадр, который ты задумал, а не так, что, как бы, скажем так, картинка, которую ты хочешь видеть, она именно зависит от того, какие настройки ты поставишь. То есть здесь как бы картинку регулирую я, а не фотоаппарат. Но я начала пробовать, начала действовать советами, которые давал Рустам. И у меня начало получаться вот это то самое чувство, когда у тебя получается то, что ты еще не, ну, скажем так, слабо знаешь. А когда у тебя это получается, это вообще кайф, просто ты приходишь к учителю, показываешь, и это, ну, такое удовлетворение, такая самооценочка чуть-чуть поднимается. Когда получается, ты, ну, я так на своем опыте заметила, что больше запоминаешь. А здесь как бы ты именно что задумал, то и пытаешься получить, используя те знания, которые тебе именно и дает вот это обучение в фотошколе. Может быть, сам бы я немножко дольше до этого доходил бы. Вот тебе спасибо, Рустам, что подсказал нужный момент. По поводу заднего фона, компоновки кадра. Да, и по балансу белого там промах был. Тоже мы его подправили в конечном итоге. И я сегодня две новые схемы света узнала. Поставили мы их, попробовали. Мне понравился как мой результат, как у меня получилось, и получилось так, как я и хотела. Я осталась довольна, модель остался доволен, Олег наш. И это дает какую-то уверенность, что любую картинку, которая тебе понравилась в интернете, там, в журнале, ты понимаешь, что ты ее можешь сделать сам, применяя те знания, которые ты получаешь. В конце концов, получилась та картинка, которую хотелось получить. Я вообще довольна, когда вообще просто нет слов. Картинка зависит от того, как я поставлю параметры, как я буду работать со светом, как я скажу, как встать в модели. Именно тут уже от меня зависит больше, а не от фотоаппарата.